через 5 секунд. Алюськи. Так, ну и чё, гидро-бэтбум, ребят, посмотрим, как будут себя чувствовать бэтбум в своем несколько измененном составе. Он, в общем-то, остался такой же, но Nightfall с Пьюром поменялись позициями. То есть теперь у нас Nightfall Carry опять, а Пьюр тройка. Инвокер, ага. Осталось 5 секунд. Ну, ACP, кстати, хороший у них сейчас. Это же, типа, забав такой крепкий для медузы. Кто-то купит Солар здесь, кто-то пива, Сунукер Алакрити, Дом Скрипом, Саурами, может, какими-то там минимальными. А может, и не минимальными. И такая медуза стоит и пи-пи-пи-пи-пи-пи-пиу. Как будто бы рабочка. Так, я должен ранги проверить, а то непонятно, кого смотрим. Ворик, 46-й ранг. Лед выдержит, ну. Хэппи Дюрара, 151 ранг. Ками, он же Дрим, 67 ранг. Илья и Люк, 347 ранг. Клауд, 282. Ну, ранги у этих ребят не самые высокие. Найтфолд без ранга. ЖПК без ранга. Пьюр без ранга. Сейф, 74 игрок в мире. Тарта Токио без ранга. Все на фейках катают, походу. Ну, либо много трени... Ну, на фейках, потому что как бы они много не тренировались, но уж там какие-то образные 10 пабликов-то сыграли они точно. Да, Дюрара, как обычно, опозорился. Все ему бы под замедление от этой змеи, еще кинуть бы гранату, и вот тогда сейв бы вряд ли вернулся от стрелы. А здесь Лил сдох, его просто Торонто Токио новыми забил, походу. Типа хил надо качать. А на третьем левеле это вообще убийственная вещь. Ну да. Ну слушай, по поводу рассказчик, тут люди экспериментируют. Ты, может быть, вчера не видел Штормштормера на VR-ке в миде? Нет, не видел. Но, смотри, я дал тебе просто водный Штормштормер в VR-ке в виде. Как думаешь, что он сделал такого, что это, вот я кекаю с этого? Блин, тут Дум дерется что-то с лечом до конца. Ну, замаксил стан. Нет, наверное. Замаксил он Виндран, но это окей, предположим. А да... Ну, короче, ладно, я... А не качал ульту? Не качал стрелу, он качал плюсики без пауэршота. Типа потому, что, видимо, он универсальный герой. И потом так, так а в том и дело, что плюсики сейчас только с 6-го левела качать можно. Блин, но он и сам не может крипа ни одного добить. О. Волнуется. Да, конечно. Кинь стрелу в катапульту и горелку собьешь. А, ты хочешь хил? Вот так вот! Вот так о, вот. О, неплохо! А это получается. Хорошо, да. Это Еще этому пизды дать. Дюрара просто до конца шел, видел? Сокращал дистанцию. Сатир Монобернер. Против медузы. Ну, Монобернер все уже. Закончился Монобернер. Накиска умирает. Медуза ПТ-шку успеет купить до того, как Акс апнет 6-й. Так что тоже все в порядке у нее. Так, а там 250. Да, да. Ну, да. Да нет. Так она бы получила, я думаю, силу даже без ПТ-шки. Так а где бы он получил же... силу? У него 0 прирост силы. Она не дает же силы, точно. Ну, не знаю базы доты просто, знаешь. Егор был в дороге. Так, все, ГПК, ну поди, стрела говна! Но ГПК могут все убить и убивают, да. И подарочного, и подарочного. Ну, вообще, тут подарочных целых двое пролетел. Если бы Санстрайк он дал не в пустоту, а в лича, он бы тоже мог погибнуть. Ой, пиздец, то есть он нажал ТП и отменил его просто. Ну, ёбан, наверное, стоит. Ну, ничего, Дискорд заблокирован, почему он просто не нажмет ТП, действительно, и не попробует подраться под лапками? Ну, ладно. Как говорится... Пока нет, они не приняли решение четкого, что им делать. Да, это... Или дефить вышку, не дефить вышку, потому что если бы не дефить, инвокер бы не шел, не фидил, дум бы дум не давал. Ну, да. Да, это классическая проблема тир вот таких вот два команд, они... Очень плохо принимать решения, собственно. Нет авторитета, может быть, даже которого. То есть я... Лефитана кикнули, он наверняка там держал их всех в узде. Я часто слышу как раз-таки от игроков, которые вот играют где-то в тир-2 команды, или что-то такое, что... Да, у нас никто решение не принимает, как пойдет. Да нихуя это не работает, блядь. Кто-то должен, сука, говорить, что делать в такие моменты. Деремся, не деремся и так далее. А иначе начинается вот это, собственно, лебедь, рак и щука. Ну так по сути таких моментов их там за игру штуки 2-3 будет. Но они не часто решают исход игры. Ну да. Ой-ой-ой, ебалово какое! Медуза! Помоги нам!
Тут Дюрар на чеке смог и якобы стоял, но отошел как раз в самый неподходящий момент. Кастани хотя бы инвиз. Они пытаются убить Медузу. Это вечная история, которая не работает. Еще да, нажал, а манту нажал. Пиздец просто как. Бля, манту он нажал просто эпически. Блин, вот если... Кстати, они чуть всех не отпиздили. Если бы он манту не нажал, они бы всех и отпиздили бы. То есть, если бы он ее просто попозже нажал, после ульта Лича уже. Что его ульт Лича разъебал в дерьмину. Сейчас я посмотрю, сколько дэмэджа от ульта Лича получил. 58. Но это не... Вот. Но это неправда. В него 5 раз отскочил ульт Лича. Это он, типа, так получил, потому что... это... Блин, как криво считается дэмэдж по Медузе из-за ее щита дурацкого? Что если на самом деле по иллюзиям скакала, а по ней ни разу? Нет, так по ней 5 раз попало. А мы напиздели. Но ты смотри, ты сжимаешь на Медузу, сводку смерти жмешь, 5 раз въебало, получила ульт. А, у меня на этом аккаунте, видимо, нет Dota Plus, это только с Dota Plus. Ой, нихуя, я прогрессивный. Ну, поехали. Так просто и он 5 раз получил въебал ульт, и иллюзии все сдохли. Они же тоже дамажат так-то. Так да. Что вызвало бы он после, и он бы гораздо дольше жил, и иллюзии бы жили, и еще там... Да, сразу все поняли, где настоящее, а так бы они еще какое-то время, может, не поняли бы. Пока разберешься, пока поймешь, куда бить-то вообще. Минус уже вас всех сама трахнула. Драгонлэнс купился он. Вызвал манту перед ебалом Инчи. Какой хороший влет. Влет хороший, Ультлича тоже хорош. Клауд погибает. Че ж они... Блин, какое фундаментальное... Ой, как, блядь, Ультлича ебет, пиздец. Какое-то фундаментальное непонимание происходящего. Ну, меня значит, это... Дум в КД, они пошли похуячиться. Так не просто Дум в КД, но посмотри на Итамы Дума. Дума, это же Итамы вообще не... Как бы не для того, чтобы драться, абсолютно. Это итемы, чтобы фармить. Опыта. Да, почему и они все время идут хуяриться? Они бы нормально играли. Я пытаюсь понять, это загадка Жека Фреско, почему они все время идут хуяриться? Чтобы пизды дать. Так слушай, ну там же, даже там еще помимо прочего, еще и Аегис, блядь. Они дали пизды Личу через все скиллы, они же сейчас выхватят... Вот это тоже не понимаю, типа, они же были бы хороши в дефе, типа, вот, похуй, вы сосете, кто пиздел? Кто пиздел? Кто? Ай! Но все равно кто пиздел? Бля, прикиньте, если мы не сосали 20 тысяч при этом, нахуй. Вот он! Дюрара! Вот. Ебёт? Я к тому и говорю, что типа, на Думе-то можно было и так закупаться, главное не сосать 20 тысяч. Смотри! Лил в Мелде. Да! Опа! Что? Феррари! Феррари! Феррари на ГПК, ебать! Бля, прикиньте, я говорю, если бы они не сосали при этом 20 тысяч, как бы они тогда ебали? А если бы у них еще был бы Solar? Игра нам говорит о том, что у них драфт на самом деле очень крутой. Единственное, что они сыграли хуже, ну, потому что они команда классом хуже, и решения хуже принимали, и на линии хуже постояли. Хватить как раз, если они будут, чтобы всех убить. А вот если их нет, может чуть-чуть не хватить, чтобы всех убить. Сейчас мы посмотрим. Да, а Акста с аганимом, он арморд снижает. Ну, армор а у вас нет керасы, чтобы армор повысить. Так там еще и темпларка, блин, с дезолятором и мелдом, ёпта. Оу, пьюр! Это помимо очевидного. Кстати, пьюр-то армор пока не снижает, но там пара фрустафов, вот плеча полетел, плеча выебал всех крипов, но не только крипов, и он дума чуть не выебал. Пиздец, вот тут плеча. Так ты, может, на ульту нажмешь, на думу? Может, и нажму, ебать. Что-то долго. Ой, дедфол. Сир съел? А-а-а, Дуза! Он замерз еще раз. Кончилась мана, и кончились люди. Ну, в принципе, можно ГГ написать. Можно и ливнуть. Да, ну... Не, ну просто перефарм огромный. Тут просто элементарно тяжело драться. Там лич кидает уже третий ультимейт, который вытрахивает просто рот. Наоборот. Там инча уже валивает. Там просто у Бладсикера много-много. Всего. А Бладсикера не настолько-то и много всего. Не. Пара фрустафов просто законтрила. Сейчас очень важно иметь налифайеры. Вот, смотрите, Медузу видите, да?
Вот ему нулифайр нужен в билде. Вообще, нулифайр хороший предмет. И для медузы в том числе, потому что он просто дает за не очень... Ну, он не очень дорогой, нулифайр. Он стоит всего 400. Не так дорого. При этом тут 75 урона, что само все неплохо. Но похер, сколько он дает урона, он просто не дает вот эти форстафы нажать. Если бы вот здесь после думы кинулся бы нулик Вакса, они просто его убили бы и все. И уже как бы полегче было бы драться дальше. Так или иначе. Ну, не обязательно медузе покупать нулифайр. Может, конечно, кому-то другому. Например, инвокер мог бы купить себе нулифайр. Но у него нет денег. Да вообще у него есть 5200, блядь, денег. Медузу ебут! А! Разрубили! А! Разрубили! За следующий бежит! Хватит рубить их! Не надо, дядя. Медуза уже ливнул, нахуй. Понятно? Я немного был в голос того, что медуза в эту драку с фонтана тэпнулась на бараке. Ну, типа, там на 2 секунды дольше идти было. В принципе, заметь, китайский ДК может иметь место быть, но он тут войд. А вот кого будет гидер брать? То это, возможно, тимбер медовый, кстати. Непонятно. Вообще, я бы, наверное, так и делал на их месте. Поставил бы тимбера в мид. Сейчас так очень часто стали делать. Тимбер в мид приходит. Он еще какой-то вангуард себе покупает в миде. Ну, по крайней мере, вчера так Найн играл. Он, брат, пришел в мид, купил это себе. Я краем глаза увидел, да, там было 500 веток и вангуард. Да, и все. Так он стоит, ему вообще поебать на все. И потом он Кримсон заварил из этого. Кстати, как раз то ли против Медуз, то ли против ТБ какого-то, не помню. И все. И ходил, просто Кримсон нажимал. Вот нужно чисто на лейн против Андаинга. Ну, хотя Тимбер же у нас этот не силовой герой, а универсальный. Ну, типа, ты не хочешь рейнджевика брать против Void Spirit, потому что он невероятно сильно ласхитится. Он универсал, милишник с нюками. Вот я как раз и думал про то, что вот Верку могут взять, но, блин. Ну, кстати, я бы Верку поставил бы на их месте вообще в хард. А, они так я и тоже делают, сейчас да? Об этом думаю. Не, подожди. Не, ну, а Ворик это мидер. А, Ворик это мидер. Да я его с Вуйтером перепутал. А, потому что тыкаться с Андаингом. В целом, да, резон. Да, это мудро. Вообще, кстати, большой вопрос, кто сильнее так на первом уровне. Ну, там кто как скиллы кинет. Там вроде как Андаинг, но здесь и Мейден, ВРК очень сильные герои. Кто на горе, тот и сильнее. Ебалово лютая! Стан-то по все просто отрезала. Парашют, пиум! Андаинга надо пробить, чтобы он еще дикей не успел. Ой, бля. Ой, снова по всем. Да. Пиум! Слушай, это, наверное, была та ситуация, где на течке можно было не вкачивать спейл, вкачать глазков, просто влететь. Так вообще еще Ками опозорился. Андайник пошел просто вперед танковать, надо было в него дать стан и просто добить его. А он дал типа во всех, типа он в инчу дал, а в итоге Тима бьет Андайника, потому что он ближе. Ну да, так он еще и сам не бил Андаинга, пошел кого-то бить, а бил бы он просто Андаинга, дал бы у него бочку. Они, по крайней мере, забрали бы ФБ на Андаинге, ну а дальше там похуй. Это повезло, что у сейва нет просто энчанта, а у него хил на первом уровне. Сейчас бы за такой прикол камень бы просто умереть мог бы, если был бы энчант. А сейчас и умрет. Вот сейчас энчант-то появляется, да. Ну, у него ну там шестиков, но не спасут. Ладно, короче, эти гидра, это пиздец. Какие-то они непонятные абсолютно. Так, Ворик зато в миде сосет, кстати. Хотел сказать, зато нормально себя чувствует, но нет, Тимбер еще сдох. Пытается что-то лил там Найтфола ковырнуть. Ну там не получится нихера, потому что Найтфол 15 стиков есть. Выхватил пиздюлей. На, был он такой. Хотел развести там. Но в итоге развел сам себя. А вот и Лилюк находит сейва. Ага. Бум. Лилюк, жестко мансит. Мяу. Так, блядь. И копье. Блядь. А сейв ждал, копье не кидал. Вот. Красавчик, если не читер, конечно. Тимбер, 1500 денег, уже скоро меньше, чем у Андаинга. Глипнир. Да хочется. Чтобы кач тоже был. И статы были, соответственно, и урон. А после этого шмотку... Ну, слушай, наверное, против Медузы даже можно купить шмотку за 2000. Я думаю, можно, она дешевая. Шмотка дешевая. Так, все, поехали! А он еще и баунти, он еще и руну экспы спиздил. Торонто? Да, он и пизды дал.
Ирон использует. Но он отдался в итоге Верке, и Томбу Верка заберет, так что, в принципе, здесь у нас ворик неплохо. Блин, ну руна опыта, конечно, сильно сейчас опять порешает, что Дюрара левел 3, а Пьюр левел 5, смотрит на него. Сейф просто рофлит, это в Дюрары здесь. Он рофлил с него, да. Блин, а почему Дюрара такой чел, я не могу понять. Я не раз удивился, чтобы он что-то полезное сделал вообще в игре. Возможно, жесткий кол от него в прошлой, на прошлой карте видели как раз их. А, плюсики-то где? Так, 2-2-2, блядь, раскачка. Ворик, он... Сбалансированная. Все. Ебать, Илюха прилетел. Прилетел. Пластов в никуда. Блядь. Бомба никуда. В таверну. В таверну зато куда. Он, кстати, начинает... Блин, вот он 0-3 был на Рубике, сейчас 0-4 на Т-чке. Классически лил. Вот оно! Он бит нормально. А вот и бомбочка. Ненужная. Ворик вроде улетает отсюда. А Ворик в соло тащит этих бомжей. Два фрага все от Ворика. Ну хоть что-то делает, блин. Объективно говоря, мистер Дюрара 4 уровень, мистер Лил 4 уровень. Клауд сосал. Алхимик, в принципе, тоже кусал, как будто... О, Пьюр! Метеором набалтывает. Давно не виделись, кстати, мистер Метеор. А он есть. Ай! Дюрара колет всю игру. Сейчас поиграем. Чё может быть еще полезнее? Все так. А, Камера. Радиаторную пушку пошел себе собирать. Ну, конечно, когда у алхимика нетворс вот такой, и при этом у всей команды еще хуже, это проблема. Что если его вся вот была бы такая ситуация, но алхимик был бы сейчас 6 тысяч нетворса, ну, это еще можно было бы поиграть, так сказать. О, так вот! О, так вот! О, так вот! Так вот! И этого тоже можно брать, да? Подвязали, стрела, пью. Ворик в соло тащит бомжей. На ваших экранах Ками забирает фраг. Слушайте, сейчас еще он жетон себе распакует. Еще скилл какой-то прокачает. Торонто в соло. Ну ладно, не в соло. Ворик в соло тащит бомжей. Тем временем прокачал Виндран в 3. Скоро будет прокачка Виндрана в 4. Надеюсь, что дальше не, будет. Не, там будет баланс. А, типа 3-3-3 будет, потом 4-4-4. Ну еще надо было, вот когда 2-2-2, нужно было еще плюсики в 2 взять. Для полного баланса. И ульту в 2. Spark of Courage. 18 дамедж дает, между прочим, Верке, пока она фуловая. Ай, алхимик погиб. Какая неудача. Ворик, можешь немного подтащить еще бомжей? Блин, ну когда у алхимика на 11 минуте... Еще только в проекте Сакрив. Да, это не звучит как победная. Слушай, ну да, ты прав. Он пока взял шеклшот в 3. будет... Баланс. Дальше будет пауэршот в 3. Так, сейв, камгет. На, легионер. Долбит нормально. Войтер. Ой, если Ворик бы, почему Войтер-то? Ворик в соло тащит бомжей. А между прочим, у ГПК нет 7 лет. Сейчас связочка в 3. Оп! И подстрелил. Слушай, а почему у чела нет 7 лет на 10 уровне прокачки хотя бы в 1? Где этот, который тащит на горбу своем? Бля, офигеть, у него молния. Вообще он сейчас может действительно подразъебать. Там какая-то ёбка! Опять ебут алхимика! Да ёбта, помогите! Лилюк! Легионер! Легионер! Ой, поехали! Работаем по Пьюру! Да-да-да-да-да! Ультимейт Байден, что? Ворик! И вот он! Сюда! Клауд! Блядь, Торонто, ебать, крепкий! Торонто, ебать, крепкий! Ебать, он крепкий! А! Клауд! Живи! На! Троих взял! О, бля! Ходят с пивасом тупо в руке. Ладно, проебали. К сожалению.
Ничего, ничего, ребята, алхимик еще на камбэках. Вообще, помимо прочего, как бы, можно напиздеть там на кого угодно, на Люка, который 5 уровень на 14 минуте. Но я смотрю на этого Клауда, то что это такое за закуп вообще на Тимбере? То есть у него просто нет денег, вот. Вот в чем беда. Может быть, хотя бы эндшотов зафармить кому-то. Все, дикий кач. А, то есть он Каю решил купить. Фалеба. А Вангуард? Нет желания приобрести. Или пайп какой-то. Вот так вот, вот так вот. Ворик. Стрик. Стрик забирает, да, три убийства. Глипнир будет. Почем глипнир? 700. А вот и глипнир. Так, я так понимаю, все-таки паршот он в 2 ставит. Уже, раз такое дело. Опять алхимик впитывает урон. Но в этот раз он жив! Остальные нет! Что? Легионер ебет! И легионер ебет! И все. Так и все, ребята, это камбэк. Это был момент, на котором игру проебали, эти бэтбумы. Ровно на 15. Да. Вот и уже радиаторная пушка у Ками появилась. Словно. Иду за тем КБ фармит, Ками заряжает, заряжает. Легко, но это не тот, не та цель. Это не та цель, у него Аегис, блядь. Блядь, а этот нажал, а этот в тайде нажал ультимейт, он его трахает при этом, лол. Пиздец, он его трахнул, но он сдох. Ну ладно, это не так плохо, в принципе. Вот там пиво в себе. Да, пиво в себе. Но там Клауд, который бессилие накидывает, пока все убегают. Дюрара уходит. Клауд стреляют, Торонт ебал, так то не сейчас пиво ему дадут. Сейчас умрет под вышкой. Да, должен умирать. Очень подсосался. Да, блин. А, это его сам сейф и подсосал. Да, сейф. Ну нет, сейф хорошо его. Легионер. Легионер погиб, да. Сейф его хорошо форснул, если бы он не форснул, он бы сдох просто. На два плюсика. Призрака Винрана. Ага. 13 тысяч ведут опять бэтбумы. Но опять, как будто бы у Гидры есть шанс на камбэк в этой игре. Клауд не захотел покупать себе... Блин, это какой-то грейдженный витюн, у него анальное кольцо просто лежит в рюкзаке, пиздец. То есть предмет за 700 голды вообще не используется. Потому что он хочет себе Эзериал докупить. Но Кримсон он решил себе не покупать, а он зря. Ой! Тобой нападает, вроде пока отходит. Клауд уже отходит, что-то какая-то странная история. О, Пьюр вроде блинк есть. Так, Клауд... Оу! Гост работает. Клауд трещит щина кабинетский. Клауд, правда, разбили ему кабинетский. А вот и пиво! Пиво хорошее! Оба! ГПК! Должны добить! Но нет, покемон успел дожать! Ой! Но убили Верку. А вот и Ревейдж. Легионер, будет ли что-то он делать? ВРК кого-то вяжет, никого не вяжет, и вообще никого то привязала. Попытка ТП от Ками, что? Ай! Ну они не знают таймер Рошана, но им нахуй не нужен этот Рошан, они сосут жопу. Им хотя бы дойти до ключевых своих каких-то, может быть, уровней, ну, до какого-то пауэрспайка. И может быть что-то получится, то есть ВРК 20-й очень нужен, чтобы талант левый взять. Алхимику 18-й хотя бы для третьего ультимейта. А. Они, ну, правильно, это идеальная, блядь, цель для атаки, я считаю. Это же всего лишь Тайдхантер. Бля, ладно, все. Что за хуйня? Что с этими челами не так, серьезно? Почему они вот так играют в доту? Ну это же просто пиздец какой-то. Они выглядят как сумасшедшие. О! Руны XP, говорит ГПК. 1120 мудрости, не лишнее. О, терзательство, говорит ГПК. Шарт для команды, не лишний. Не, ну правильно. О чем разговор-то? 30 тысяч денег неожиданно. Ну тут уже, конечно, без шансов для Гидры. Но у них были шансы. Но, я не знаю, они настолько вопросительно играют. То есть ладно бы, знаете, против них команда делала что-то вот прям такое супер крутое, супер какой-то темп, супер давление, и они нигде бы не поспевали, не успевали и так далее. Они же просто сами творят абсолютную хуету.
У них есть возможность просто сыграть нормально, они делают какую-то полную бредятину и сосут из-за этого сами. Что на первой, что на второй карте, кстати, одно и то же. Бэтбум не делают ничего. Успевают за темпом профессиональной доты. Ну да, похоже. Только Бэтбум не задают его быстро, на самом деле. Да, такой Бэтбум ничего толком не делают. Они так аккуратно что-то там играют, никуда не спешат. И вот сейчас! И вот сейчас! На! На! Знаете, в чем проблема? У него была Егис. Да, вот в чем проблема. У него была Егис, поэтому... Оу, Рэвэдж! По всем буквально... Правда, дэмэдж не сразу начали вносить, поэтому еще какое-то время здесь гидра поживет, но умирают все подряд. Байбэк, пара байбэков и гг. Вот и вся история. Курьер сил тьмы убит. Нижний конформ. Да. Была надежда, что игра будет... поинтереснее, что ли. Да не, я так и думал, что Бэтбум в целом должен таких ребят своим стилем обыгрывать. Ничего хитрого не делать, а просто качаться.